События в мире. Сразу три взрыва прогремели в немецком Дортмунде. ЧП произошло накануне вечером рядом с автобусом известного футбольного клуба. Тяжело ранен центральный защитник Боруссии Дортмунд. Марку Бартра экстренно сделали операцию. Как сообщает наш СОБКОР, в Германии Шолпан Иманбаева. Трагедия произошла, когда автобус направлялся на стадион. Там должен был пройти матч между Боруссией и французским «Монако». Однако сразу после атаки было принято решение перенести игру на сутки, а всех болельщиков отправить по домам. Полиция уже заявила о том, что это была целенаправленная атака против футболистов. Известно, что на месте найдено послание, однако его содержание пока не разглашают в интересах следствия. Полиция на данный момент не подтверждает версию теракта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Мы немедленно отправили всех полицейских на спецоперацию. Наши эксперты работают над тем, чтобы выяснить, что за взрывчатое вещество было использовано в бомбе. На данный момент до сих пор неизвестно, кто стоит за этой атакой. Поэтому мы должны рассматривать все версии и мобилизовать все силы. Мы готовы к любому развитию событий.